О! 14 число. 14 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Фу, блядь. Голова болит, пиздец. А давайте пресс завтра, нахуй. Все равно не уместится в минуту. Всем спорта там, плавание. Раз, два, три, четыре, пять. Ёбаный коврик. Шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ебал я нахуй этот спорт, блять. В пизду, хуйня это все. Как они все кайфуют от спорта, я вообще не понимаю. Сами себе хуйни какой-то придумали. Пойду я лучше посплю, блядь. Угу. Опьянил совсем, в голове дурман. One billet. Ух, нихера. Вип! Короче, блядь, билет, оказывается, 250 стоит. Это 750 рублей, охуеть. А день у меня сегодня, когда я покупаю билет и еду за Катенькой. Окей? Окей. Хотел. А? Блядь. Анантара. Так и что я вам говорю-то? Хотел же сегодня ночью уезжать, но здесь проплачено. Думаю, что я сегодня ночью поеду. Поеду-ка я лучше завтра днем. Высплюсь, пообедаю и поеду. Ехать 4 часа. Автобусы есть в час ночи. 13 дня и в 15. А еще и 5,5 часов идет. А еще и 6.30. А это оттуда. Ну короче, все, жду билет. А вот так выглядит билет из этого места. Хотел сказать болото. Ну в общем все. Жих! Ну чё, друзья, уже меньше, чем через сутки Катенька прилетает. У меня так болит башка, пиздец. Иду искать аптеку. Вторые сутки голова очень-очень сильно болит. Наверное, из-за переживаний. Знаете, всё, нервничаю. Хочется же быть лучше, чем есть на самом деле. Это всегда дается через головную боль. Вот такие я таблетки купил себе. Сказал, что быстро пройдет. Ибупрофен. Кого ибупрофен? О, никуда. Ибупрофен, в общем. Все, я собрал манатки. Вот у меня сумка. И все, ёпта. И лежу, жду автобус. Заебись. Такие, знаете, приятные ожидания. Еще 2 или 3 часа до автобуса. Еще схожу пообедаю. И поеду. И все. Ну что, паразиты. Все, муйня закончилась. Иду забирать паспорт. Обедаю и... На встречу с Катенькой. Мадам! Мадам! Give me my паспорт, плиз! Паспорт! Финиш! Go home! Все, что знал по-английски, ебанул. Можете в Google забить, что я сказал, и перевести. Фу, блядь. Нервничаю, пиздец. Ой, дорога.
Ага, сломал там что-то. Да хуя говна там оставил? Паспорт! Хотел самогон из манка сделать, не получилось нахуй. Не надо! Нет. Окей. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Ну а я поел опять как собака в этом прекрасном кафе. А дед, сука, даже не проснулся, представляете? Думаю, ну ладно, старый, не буду тебя будить, охуеть. Время, блядь, час, а он спит. Гандон старый, передайте ему. Все, все, давайте. А я иду по фешенебельному курорту в обеденное время. Смотрите, какой он наполненный туристами. Обалдеть. Иду в сторону автобуса. Не стал выебываться ехать на такси, да иду пешочком. А вы вместе со мной. Ой, извините. Сижу, жду автобуса, и вот, как его сказать-то, кондуктор говорит, что Юрка, тебе повезло, ты взял в последний день по дешевой цене. Я взял билет до Нячанга за 250, а с завтрашнего дня в связи с новогодними праздниками, с вьетнамскими, с так называемым Новым годом под названием ТЭТ, цены увеличиваются на все на 30%. Так что будьте внимательны. То есть, да, с сегодняшнего дня, вы смотрите сегодня, цены во Вьетнаме на 2 недели подорожали на 30%. Охуеть. Вовремя мы с вами съебываем. Угу. Ну все, я засел уже в автобус. Дед так и не пришел проводить. Угу. Наверное, он расстроился, что я уехал. Ну ничего, дед, не скучай. А? Ну все, к 6 вечера должен быть на месте. Вот такая у меня обстановка. Там песок. А там море. Заебись. А там колени. Юра остановился где-то в полях. О, там нихуя вентиляторы большие, видите, вдали. В общем, остановка на перекур, еще час ехать. Ну, а я по-прежнему офигенен. Ну, все. А там еще горы. А, ну вот что есть на остановках. Коробка с фигней. Виноград. Бензин. И горы вон там. Или холмы. А я все еду, уже стемнело. Время 6 вечера. По итогу 5 часов в дороге. Ну, обычно раньше. Долго, но не выматывает. В принципе, лежишь на полусогнутых и нормально. Лучше, чем на самолете-то. Да, друзья? Уже, знаете, подъезжаешь к Нячангу и чувствуется цивилизация и курорт. Прям вот пропитано все вокруг курортом. Папа в Нячанге, ёпты. Автобус где-то остановил за Нячангом, собралось 5 русских, сбросились на такси и доехали до Нячанга. Сразу чувствуется курорт. Телефон убираю, а то опять спиздят. Все, я в отеле. Вроде неплохо. Ага. Ну что, пойдемте смотреть, что за хуйню я снял. Еще этаж 8.
цивилизация, ёбаный на... Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Блядь. Ну чё, в принципе, нормально. Чё ещё-то надо? Вообще охуенчик, ёпта. Да, Катька, тебе повезло, блядь, с Юркой. На первые 3 дня-то точно. Блядь, у нас ещё и балкон есть. Наркотиков уже предложили на улице, если честно, прямо у отеля. Блядь, папа дома, ебать, колотить ту Люсю. Как я рад, блядь, что уехал с этой ебаной муини. Фу, заебись. Говно и в золоте, видать. Или золото в говне, да, ну вы поняли. Блядь, наслаждаюсь. И вам всего хорошего.